Сегодня в программе. Понимаете, вот этими побоями все-таки он как-то остается, потом недельку-другую шелка выходит, хоть не смотрит направо-налево. А как еще с ним бороться? Я не знаю. Долбануло и все. Муж Алевтины Алексей моложе ее на 5 лет. Красавец, первый парень на деревне. Алексей всегда и накормлен, и обихожен. Одна беда. Алевтина жутко ревнива. Чуть что заподозрит, сразу бьет Алексея. Именно поэтому Алексей подает на развод и хочет разделить дом, купленный Алевтиной в браке с ним. Ваша честь, вы поймите одно, пожалуйста. Вот все, что он говорит, да? А я вот все равно его люблю, очень люблю. Но ведь я и маму свою тоже люблю, она же моя мама. Тамара с мужем Михаилом живут в деревенском доме, принадлежащем ее матери. Михаил жалуется, что теща унижает его и притесняет. Валентина Сергеевна действительно мечтала о более зажиточном и деловом зяте, но в конце концов смирилась. И, как оказалось, поздно. Михаил просит развести его с женой, так как у него уже новая невеста. Здравствуйте. Прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску любимого Алексея Петровича к любимой Алевтине Витальевне о расторжении брака, о разделе супружеского имущества. Дома площадью 120 квадратных метров с земельным участком, общей площадью 30 соток, стоимостью 6 миллионов рублей. Ответчик любимого Алевтины Витальевны на развод не согласна, иск по разделу имущества не признает. В зарегистрированном браке 5 лет, детей у вас нет. Алексей Петрович, суду, пожалуйста, причину развода изложите. Ваша честь, вы видите, в каком я виде? Это меня жена побила, Алевтина. А шлем мне Мишаня друг дал, чтобы она в суде меня может побить, чтобы удар их смягчить. Послушайте, ну вы шутки шутками, но вы все-таки в суде. Во-первых, в головном уборе. Если вам холодно или это ваша национальная традиция, вы можете в нем оставаться. Но если вы надеваете шлем защититься от жены, не бойтесь. Здесь вам ничто не угрожает. У нас есть пристав, он заставит вашу жену к вам не подходить. Не бойтесь. Можете снять его, пока положить да, рядышком. Хорошо. Это танкистский, кстати, шлем? Да, танкистский. То есть вы ожидаете очень сильных ударов, как я понимаю? Конечно. Побои были нанесены женой. Да, еще рука сломана у меня. Тогда... Третий перелом, кстати, у меня. На одной и той же руке третий. К ручным я привык, а вот когда нога была сломана, так сложно передвигаться. Аля у меня просто не любит спорить, сразу бьет. А рука у нее тяжелая. Так, давайте по порядку. Вас же не избивают постоянно? Что случилось? Да. Почему вас постоянно бьют? Поясните. Как вы познакомились, как вы поженились? Все, да, чтобы было понятно. За что вас бьет жена? Рассказывайте. Да. Она меня просто ревнует каждому столбу. Вот каждому столбу ревнует. И нрав у нее, у меня нрав кроткий. Я не могу женщине ответить. Нет, бывает там, что увернусь, не все так плохо. Запру ее там в кладовке или в комнате. Ну вот, а Мишаня, кстати, мой друг, он со своей просто разбирается. В табло дал, и все, ходит смирное. У меня тогда вопрос к вам, Алевтина Витальевна. Вы действительно избиваете мужа вот так вот до синяков и до переломов? Да, я бы его, конечно, вообще бы ни пальцем бы не трогала, понимаете? Но дело в том, что он мой любимый муж, я его очень сильно люблю. Угу. И как бы мне бы не хотелось. И вообще он меня здесь позорит, стоит да, как конечно. Баба. А мало того, что сам позорится, еще меня позорит. Да, я, кстати, водителем работаю, если что, на минуточку. Скажите, а вы считаете это нормальным, вот так вот избивать человека? Он вам не отвечает, вы его бьете, он опять не отвечает, вы ему руки ломаете. Ну, во-первых, отпустите вы его, и бить не надо будет, раз он такой вот гулящий. Ну, почему я должна его отпускать? Потому что раз вы ревнуете, зачем вы тогда его бьете-то? Да. Ну, потому что я его люблю. Любит. Потому что он красивый. Ну, я что, виновата, что его полсела любит у нас? Ну, не бить же. Он куда ни пойдет, везде за ним 10 баб сразу цепляются. Все говорят, зайди на чаек, здесь косячок поправь, здесь крышу отремонтируй. Вот он и ходит. А у него еще это техническое образование. Он мне налепит потом всякую лабуду. И ходит, а я все верю.
верю и верю, как дура какая-то. Ну, так невозможно, конечно, ваша с одной честь. Стороны. Но где я потом в нашем селе другого найду? Но а потом у нас каждая первая скоро. Разведенки. Нет, прошу развести нас и... Алевтина Витальевна, вы этого скоро просто убьете. Вот, ничего вот. Я его не убью, а дом то, что там делить, да. Так это дом купленный на мои собственные деньги. Не я дом, продала браке, бабушкин дом. Браке на куплен. Эти деньги я купила этот дом. Потом еще мы его ремонтировали тоже за мой счет. Вот у меня все документы, свидетельство купли-продажи и все остальные свидетельства могу вам хорошо. Передать. Он через ни копейки пристава. Туда через не вложил. Через пристава передавайте. Деньги полностью с вашего счета были переведены, да? Ну, во-первых, да, 56 тысяч, которые ты дал. Но... Мы на них кровать купили и шкаф, можешь хоть час их забрать. Ну, а я чем виновата? Мне... Он, во-первых, по голове получил, знаете, он при мне начал Машку обжимать. Стоит и прям обжимает ее, ничего не стесняет. Простите, пожалуйста, а Машка а кто такая с тремя Машка? Мужиками жила, еще этого ей подавать. А Машка это кто? Да соседка там одна. Я почему должна это терпеть просто так? Почему со мной никто не считается? Я построила дом, я обустроила все условия, он себе ходит кум-королем, я его одеваю, обуваю, можно сказать, кормлю. А мне такая вот благодарность. Еще и дом собрался делить со мной. Ну да, ну тебе есть где жить, а мне негде жить. Так что давай дом мне оставишь, а за половину я тебе деньги отдам. Ну сейчас! Эти 20 тысяч ты мне собрался отдать, которые ты в своем ПМК зарабатываешь? У него какое-то производство, ветромеханическая колонна. 20 тысяч они ему платят. Да этого не хватит вообще ни на что. Алевтина Витальевна, этого даже забор поправить не хватит. Он это прекрасно понимает. Но у меня вот к вам вопрос. Как, так вот, как семью вы держите? Вы же понимаете, что кулаками мужчину не сохранишь. Но нельзя сохранить семью и любовь, постоянно поколачивая его. Ну, понимаете, ну, хрупкий я как бы в тонусе. Видите, что он не выдерживает, не держит удар. Да у вас и рука, видать, тяжелая. Я же вам повторяю. У нас полдеревни таких вот, кто без мужа живет. Они его все тянут, тянут. Если я его бить не буду, он и уйдет. Я его и потеряю. Так хоть я его как-то удерживаю, понимаете, вот этими побоями. Все-таки он как-то остается, потом недельку-другую шелка выходит, хоть не смотрит направо-налево. А как еще с ним бороться? Я не знаю. Долбанула и все. Так, хорошо. Значит, вы считаете, что это метод сохранения брака? Скажите, а кто-то еще вот у вас, друзья, соседи, какие-то свидетели знают, как у вас отношения складываются? Ну, конечно. Можете, кого пригласим? Да, у меня есть прекрасная, замечательная моя сестра Раиса. Она знает и чей дом, и кто кого любит, и кто как живет, и кто кого кормит и поет в этой семье. И все на себе тянет. Давайте тогда пригласим Харитонову Раису Витальевну, сестру ответчика. Позвала. Харитонова Раиса. Вы пройдите. Ты можешь опять этот шлем на себя надеть, а то сейчас как звездану. Видите, ваша честь, видите? Проходите. Ну, наденьте уж тогда. На всякий случай. Здравствуйте, вы Раиса Витальевна. Да. Харитонова. Как я понимаю, вы сестра Алевтины Витальевны, да? Родная сестра. Да. Вы живете по соседству? Конечно. Вы знаете, какие отношения в семье у вашей Конечно, сестры складываются? Знаю. Ну, что вы можете пояснить? И, кстати, пожалуйста, поясните мне по поводу дома. Вот, как я понимаю, дом все-таки приобретен вашей семьей, это ваше наследство было, и здесь к этому Аля... дому не имеет отношения... Абсолютно никакого. К сожалению, Аля да. продала бабушкин дом, вложила свои средства с банка. Это все ее. Он туда ни копейки не вложил. Хорошо, но вот я вам хочу сказать, скажите, пожалуйста, как вы считаете, то, что она мужа своего бьет, это нормально? Аля у меня горячая, но по делу бьет. Вот была ситуация. А, по делу бьет? Конечно. То есть без дела не бьет? Я бы тоже так же сделала. Любой бы поступил. У вас бы сил была не хватило. Была недавно ситуация. Аля построила баню, хороший бильярдный там. Приходит раньше времени с работы. Этот кобель с соседкой играет там в бильярд. Голыми на столе без киев и без мечей. Да. Аля взяла палку и огрела муженька. Ну, Верке этой твари досталось, конечно, с шаром. Та голая прям помчалась. Я бы развелась, ваша честь. Но она его любит. Вот этого козла. Козел не козел, а себя не во враге нашел. И вообще так, это... Так, ну зачем вы в супружеской бильярдной начинаете с соседками играть, а? Ты просто ничего страшного в этом нет. Она не голая была, и я не голый был. Расскажи, с кем он до этого жил лучше.
Ваша честь, я еще бы хотела сказать. Дожил он до 25 лет. Мамочка его пристроила к женщине, которая на 20 лет старше. У нас богатая там есть вдова одна. У нее дом, машина, ковры расстелены. Только из хрусталя не ели. 3 года сосал он из нее денежку. Потом съехал. Мамочка подсуетилась и свела с Алей нашей. Наша Аля, извините, далеко не бедный человек. Эта дурочка влюбилась, купила шикарный дом, участок, огород. Все сама делает. Все своими руками, сама на свои деньги. Ничего он не делает, даже не прилагает усилий. Он надевает костюмчик, она ему накупила их. Бог знает, сколько новеньких. Он надевает костюмчик и возит начальника своего. Да, потому что мне нельзя грязь лицом. Я это начальство вожу. Это у меня этот как дресс-код. Вот. Оторвать бы тебе этот дресс-код твой. Да, это вообще политический момент, между прочим. Ой, знаю твою политику. В штанах она у тебя. Пока у политикой занимается, Аля как ломовая лошадь. Все делает, абсолютно все. А он денежку получает, свою нищую зарплату, 15 тысяч из которых, ваша честь, каждый месяц матери отправляет на лекарства. Посмотрите на его мордашку. Он же ходит по поселку гоголем. Нет, ну уже с такой-то гоголем не походишь. Нет, он ходит. Вот за мою красоту любите и платите мне. Ваша честь, да. Скажите, пожалуйста, а он вот в этом шлеме ходит по поселку? Да нет, ему какой-то дружок, что ли, отдолжил. Тогда придуривается. Тогда снимайте шлем. Значит, вы не так боитесь своей жены, а просто хотите продемонстрировать суду, что ваша жена опасна для вас. Она опасна на самом деле. Если вы по деревне не ходите, когда с другими девушками знакомитесь в этом шлеме, то и при мне давайте, останьтесь без шлема. Вас защитит. Можно это маму пригласить? Вашу маму? Да, мама. Ваша... Она расскажет, что мы не совместимы с ней вообще. Опять что нет взаимопонимания никакого, что тиран она. Да, вы ходатайствовали ранее о вызове Петровой и Раиды Леонтьевны, да, вашей мамы, и мы сейчас ее приглашаем. Да. Вы свидетель Петрова? Да. Пройдемте со мной. Здравствуйте, Ираида Леонтьевна. Здравствуйте. Поясните, пожалуйста, как вы считаете, как семейная жизнь вашего сына складывается? У него, как я понимаю, это уже не первый брак, а второй? Ну, то был гражданский брак. А, гражданский. Гражданский, да. Это первый. Первый брак. Ваша честь. Вы знаете, я мать этого многострадального молодого человека. У меня не уже сердце кровью обливается, ваша честь. Я своими руками свела эту пару, представляете, рекомендовала эту психически ненормальную женщину своему сыну, потому что она дочь моей покойной подруги. Вы представляете, 5 лет совместной жизни она превратила в страшный кошмар. Как 3 перелома. Показалось. 3 перелома. В руки. 20, а ноги? И а ноги, ты помнишь? 2 сотрясения мозга, ваша честь. А сколько у него ушибов, сколько порезов, сколько она посуды побила на нем. Ваша честь. Я считаю, нужно прекратить этот беспредел. И надо побыстрее развести их, пока она полностью не угробила моего сына. А по поводу дома. Это ж бесстыжие глаза. Как же она может говорить, что он ничего в доме не делал? Вы посмотрите, вот, все договора, которые с ремонтниками, все за его подписью, ваша честь. Пожалуйста, пристав, передайте. Он не знает даже, где грядки находятся. Ваша честь, все накладные, все расходники. Он привозил сам стройматериалы, оплачивал все своими деньгами. Вы представляете, ваша честь, а теперь он в доме никто. Никто. Откуда деньги? Может, он соседкам что-то и оплачивал? Да, помолчи, пожалуйста. Тебя никто не перебивает. Вы понимаете, а теперь что получается? Если он кроткий, застенчивый человек, так что же, его под зад пинком? И значит, он в доме никто? Нет, так не получится. Ваша честь, она, видите, его ревнует. Ревнуй, пожалуйста. Но извините меня, мужу надо доверять. Я сама прожила всю жизнь с красавцем мужем. И что терпела?
А не доверяешь, проверяй. Но руки в ход-то не пускай. Вы знаете, ему просто нужна другая женщина, которая его будет любить, уважать, ценить такой, какой он есть. Другого я не сделаю с него. Он ведь и работает, и не курит, и не пьет, и женщин уважает, и всем помогает. И холодильник, и телевизор. Все он может отремонтировать, ваша честь. Ну, понятно. И пока ты кулаками махала, нашлись другие женщины, которые, извини меня, руками не машут. И за счастье примут жизнь с таким красивым, умным, без вредных привычек мужчиной. А кого вы имеете в виду? Уже присмотрела кого-то. Кого вы имеете в виду? Алевтина, я тебе Богом прошу, оставь моего сына в покое. Не противься разводу. Давай расстанемся мирно. Ты понимаешь, отдай нам дом, мы тебе половину все выплатим. Выплатимся. А кто выплатит? А вы что, банк ограбили, что ли? Или где эти 20 тысяч, которые вам отдают? Ну что ты чушь несешь? Это та женщина, о которой я говорю. Кто? Это Варвара Антоновна. О! Она все для моего сына сделает. Простите, пожалуйста, Варвара Антоновна Караваева? Да. Вы ее тоже приглашали да. в суд? Она пришла вместе да, она с пришла. Вами? Ну, давайте у нее спросим, готова ли она выплачивать деньги или не готова? А то вы так хорошо за нее говорите. Она сейчас скажет нам, не хочу выплачивать ничего. Пристав, пригласите, пожалуйста, нам это Караваеву. Это что ли? Зато у вас мужья одна пьянь. Чтобы вы мне обратно пристроить. На вас мужья одна пьянь. Варвара Караваева, здравствуйте. Пройдемте. Ну уж извините. Какой есть? Не извиняем. Здравствуйте, вы Варвара Антоновна. Да, ваша честь. Варвара Антоновна, насколько я понимаю, вы хорошо знакомы с Алексеем Петровичем, с его мамой. Да. И, как я понимаю, у вас отношения-то давние. Да, совершенно ну, верно. Ну, поясните, пожалуйста, суду, потому что здесь сейчас идет разговор о том, что вы готовы выплачивать часть стоимости дома, но вот мне не совсем понятно, как вы к этому имеете ваша отношение. Ваша честь, я совершенно прекрасно обеспечена финансово благодаря покойному мужу и сама и бизнесвумен. Я готова, ваша честь, оплачивать стоимость дома Алевтины. Алечка, прошла любовь, он тебя больше не любит, ты упустила свое счастье. Она думала, ваша честь, что он навеки будет ее. Да не может такого быть, не по зубам же ей такой красавец. Посмотрите на нашего да, Лешеньку. Старушка, ну как же так? Да ты его чуть не убила. Ваша честь, он жил со мной. Ни одного дня не работал этот красавчик. Как принц ходил, красиво одетый, вкусно кушал. Да все в поселке знают, что на арбузы твои он повелся. Но у меня же теперь свои есть такие. Я же деньги вложила в себя, ну, в красавицу. А что? А что? Ты думаешь, я не зря натянула все на себе? Все вот это вот подтянула, нарядилась, чтобы Леша был мой и был со мной. Ваша честь. Когда да, люди любят друг друга, Лешенька, простите, пожалуйста, ну вы что, ради Алексея пошли на всякие операции? Ну, возраст не имеет значения. Вы же знаете, что даже звезды первой величины – наша звезда. Каждую свадьбу у него мужья все моложе и моложе. А я что? Я что, хуже? Молодец. Я не могу разве любить? Разве я не могу его покорить? Да, он оставьте его в покое, свою грудь. Я готова сейчас компенсировать половину стоимости усадьбы Алевтина, чтобы вот. Только быть с Лешей вместе. Это ты с ним да? замутила, что ли? Ну, я не замутила, но в перспективе, конечно. Я его бить не буду, Алевтина. Да куда тебе бить-то? Ты сама не развались. Юбилей у нее 110-й на носу. 60 уже на носу. Ты посмотри, а! Ваша честь, как это 60? Мне всего лишь 50 с хвостиком. Ну, с огромным хвостиком, ну, с хвостом. А у тебя прихвостень убежит сейчас из-под носа. Между прочим, Алечка, чтоб ты знала, Мадонна в 60. Ты видел, как выглядит? Мадонна. Вот я все бухала, Мадонна. И я вот такая же Мадонна, да. И ты с этой старушкой связался, да ты... Тихо ты! Ваша честь, успокойся! Ой, мама, смотрите! Ужас! Вот видите, ваша честь? Что она в суде творит? Ничего, домой вернемся. Лешенька, любимый мой, козлик мой драгоценный, сокровище мое бесценное. Я все для тебя натяну, все, что хочешь, куда хочешь натяну, чтобы только с тобой быть любимым мой. Я все сделаю, я на все согласна. Распишемся, я куплю тебе машину. Ролл-Ройс. Так, подождите. И все будет хорошо. Подождите, мама. Все, дорогой, что мама, мы же с ней разговаривали. Подождите, был договор, что Варвара платит часть за Алину, и все. А то, что мы с ней сходиться будет, разговора не было. Да, сынок, дорогой, ты же жил с Варенькой. И что?
чем дело? Ты же жил с ней. Слово ну, поговорите. Неужели трудно договориться? Сынок. О чем Лешенька, поговорить? Да мы же с тобой почему разбежались? Мы же с тобой не оформили отношения, поэтому разошлись. А теперь все по-другому будет. Да, конечно, я понимаю, Ваша честь, но я же должна знать, куда я бабло свое вкладываю. Конечно, даже так кошки не родятся просто так, Лешенька. Распишемся, конечно. Вот распишемся, мой дорогой. И я, чтоб все видели, червоное золото, цепь покойного мужа. Так, посмотрите, ну, все богатство какое. Тебе, мой любимый, да все надо. Тебе, да все ты дарила тебе мне уже как его. Как это горело? Дарила уже, когда я ходил, забрала как обратно. Это могло быть? Не надо мне ну, ничего. Ну, было, но потому что мы не были расписаны. Ну. А когда будем расписаны, скажи, когда будем расписаны, все золото будет свое. Все золото, включая то, что я в себя вложила. Так, то, Ираида что Леонтьевна, у меня конечно, вопрос к матери. Скажите, пожалуйста, Ираида Леонтьевна, ой, вас не смущает, что сейчас ваш сын разведется со своей женой и женится на женщине немного старше его? Вас это не смущает? Ваша честь! Да ведь Алевтина тоже ведь не молодка, ей 40 лет, она ведь тоже старше моего сына. Да мне не 60, мне еще нет 60. Будь через, почти через успокойся. А такие же, а я мать, я лучше знаю, что нужно для моего сына. Вы понимаете? Я всю жизнь, у меня их не 10. Он у меня один. Да, дорогая. Она, вы знаете, такие женщины, самые любящие, самые заботливые женщины. Да. Она все отдаст ради... Так, дорогие дамы, пожалуйста, мы слишком увлеклись тем, что мы решаем судьбу Алексея Петровича без его участия. Вот именно, что... Он погрустнел, затих и занялся своей переломанной рукой. Потому Алексей что Петрович... дурачок. Отчасти. Мама, я не дурачок. Замер. Алексей Петрович. Все, надоели вы мне со своими подгонами уже. Все, я нашел себе девушка, 26 лет ей. О, она, между прочим, дочь скобей. Налоговой нашего инспектора. Так что все вы у меня вот попляшете, бизнес-вуменши хреновы. Ты что, бессмертный, что ли? Это он такой говорит. Да, Леша. Все, я сказал, мама. Как? Да ты с ума сошел, ты с ума сошел. Ты посмотри, сколько я в себя вбухала, чтобы с тобой быть, чтобы с тобой расписаться. Ты чего молчишь? Ты же собака. А что я могу сказать? Мама, все, я сказал, я тебя не на помойке нашел. Не надо мне. Ты своими грудями не заплатила, да? Золото из золота, бесценное. Как же ты можешь так думать, что вообще бесценное? Это вообще нереально, просто нереально. Как, мам, мы же с вами подруги, мы же с вами договаривались. Ваня, люблю я тебя, люблю как дочь свою. Мама, все, я сказал. Я сейчас удалю и вас из зала. Вы так увлеклись своими интересами, что забыли, что это бракоразводный процесс, и что не вы его основные персонажи. Поэтому у меня к вам вопрос, Алевтина Витальевна. Вы сейчас все вот это слушаете, какие-то выводы делаете. Здесь ваше слово тоже решающее. Скажите, что вы по этому поводу думаете? Я, честно сказать, не могу говорить. Но я скажу, что я согласна на этот развод, что я очень хотела красивого мужа, чтобы у меня были красивые дети. Чтобы он вот не пил, не курил, как мой первый муж. Ну, так много людей завидуют, что, конечно, его увели. Еще я смотрю, тут, наверное, знаете, на одну ягодку смотрю, на другую гляжу, третью примечаю. Наверное, там целая очередь. В общем, я от этой всей истории отказываюсь. Вот. И я единственное прошу, пожалуйста, мой дом не оставьте. Я все-таки на деньги бабушки его купила. Это он вообще туда даже пылинку не вложил. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Ваша честь, поймите одно, пожалуйста. Вот все, что он говорит, да, а я вот все равно его люблю, очень люблю. Но ведь я и маму свою тоже люблю, она же моя мама. Тамара с мужем Михаилом живут в деревенском доме, принадлежащем ее матери. Михаил жалуется, что теща унижает его и притесняет. Валентина Сергеевна действительно мечтала о более зажиточном и деловом зяте, но в конце концов смирилась. И, как оказалось, поздно. Михаил просит развести его с женой, так как у него уже новая невеста. Прошу всех садиться. Оглашается решение суда. Иск о расторжении брака удовлетворить. Брак между супругами расторгнуть. В иске о разделе супружеского имущества отказать.
Суд расторгает брак между супругами, потому что судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. Суд отказывает в иске о разделе супружеского имущества, потому что, исследовав все представленные доказательства, пришел к выводу, что жилой дом и земельный участок, указанные истцом в качестве супружеского, совместным имуществом супругов не являются. На приобретение данной недвижимости целевым назначением были использованы денежные средства, полученные от продажи лично ранее не принадлежавшего супруге жилого дома, полученные ею по наследству и ее личные добрачные денежные сбережения. Это подтверждается представленными суду договорами купли-продажи дома, полученного по наследству, и вновь приобретенного дома с земельным участком, а также выпиской с банковского счета супруги. Денежные средства супруга, израсходованные им на ремонт вновь приобретенного дома, незначительны и не привели к значительному увеличению стоимости этого жилого дома. Поэтому суд не признает данный жилой дом и земельный участок совместной собственностью супругов и отказывает в требовании об их разделе. Решение суда вам понятно? Понятно. Судебное заседание объявляется закрытым. Спасибо. Прошу Здравствуйте, прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Никонова Михаила Ивановича к Никоновой Тамаре Антоновне о расторжении брака. Ответчик Тамара Антоновна исковые требования не признает. В браке вы 3 года, у вас детей нет, имущественных споров также нет, да? Михаил Иванович, причину развода суду укажите, пожалуйста. Я пошел на это, желая справедливости. Я устал терпеть оскорбления от своей тещи. Эта теща, она меня сразу не взлюбила. Постоянно скандалила, постоянно. Мне это уже надоело. А я сам по себе человек мирный, спокойный. Я скандалов не люблю. Так эта теща, представляете, она просто в наглую находила то, из чего даже придраться не к чему, придиралась, Михаил и начинала Иванович, оскорблять. Я понимаю, что у вас теща уже вот тут вот сидит. Но я про жену спрашиваю. Ну так если бы не теща, меня бы здесь бы не было. Поэтому все началось с тещи. А что жена? Ну, хорошо, поставил ультиматум. Жене поставил ультиматум. Он пришел, мне надоело, сказал, выбирай, либо мать, либо муж. Там ну, она, типа, слезы, ой, не могу выбрать, как бы, не мать. Так, давайте тогда поподробнее. Значит, вы поженились когда? Ну, 3 года назад. По любви? По любви. У нас была настоящая любовь. Мы когда встретились 3 года назад, мы полюбили. Нам было хорошо. Но здесь такая ситуация, что я-то приезжий человек из другого города. И получилось так, у меня не было собственного жилья. И я, когда мы браканулись уже с Тамарой, я уже поехал к ней в деревню. Там жила мама ее, жила ее сестра. Сестра-то ничего. А вот эта теща, она постоянно начинала скандалить, горлопанить. А я сам по себе, я столь... Так вы к ней в дом пришли? Да. Где жила ее мама и ее сестра. Вы пришли к теще в дом? К теще в дом. Я женился на ее дочери. Вы пришли к ней в дом? Кому к ней? К теще. К теще там жила, и что потому, теперь? Правильно, она там жила, вы к ней в дом пришли. И, да, хорошо, я пришел к ней в дом. Ну, понимаете, надо считаться с человеком, в чей дом ты приходишь. А, все было благополучно, все хорошо, если бы не теща, она же постоянно скандалила. Благополучно было бы, если бы вы привели свою супругу в свой дом. У меня не было своего дома, и я начал жить с ней. А вот если бы у вас был свой дом, вы поняли, что у вас теща золотая. Золотая, на руках бы вас носила. И чем больше дом, тем лучше теща. Ну правильно, вы же с ней не жили, а я-то жил, потому что скандалы, постоянно ссоры. Ну мне своей хватает. А вот мне надоело слушать свои, поэтому я подал на развод. Хорошо, вы пробовали с супругой переехать в другое место жить и звать свою замечательную тещу чай с тортиком попить раз в год или раз в 2 года? Это невозможно. Такую тещу предлагать что-либо невозможно. Хорошо, потому что она не умеет даже выслушать. Разъезжайте с тещей, живите со своей женой. Я обращался к Тамаре. Я говорю, Тамар,
Слушай, я говорю с твоей мамашей, больше психованно это жить не могу. Прекрати. Давай, говорю, уйдем мамой с тобой вдвоем и будем жить отдельно. Так, а на что Тамара говорит? Не, ну я не могу так маму бросить, как же так? Ну, как хорошо, пускай даже так. Человек. Ну что я сделал? Я сделал сарайчик, у нас там есть на участке. Я ушел жить в сарайчике. Обделал его, как надо, начал там жить. Тамара приходила ночевать ко мне. Обделал, наверное, иногда. Не обделал. Обделал сарайчик, это другое совсем. Отделал, да? Отделал сарайчик. Хорошо. Вы себе сарай сделали жилым помещением только для того, чтобы в одном жилом помещении со своей замечательной тещей не находиться. Я правильно вас поняла? Да, я вынужден. Другого жилья вы не нашли? Другого нет, сарайчик мне подходил. Но вам Тамара приходила ночевать, ваши. Но она же не хотела жить у сарайчика. Не, ну а что я в сарае буду? А я не могу жить с ее тещей в одном доме, поэтому... Скажите, пожалуйста, а что, вот действительно нет других вариантов? Вот либо в сарайчике у тещи, либо с тещей в одном доме. А вот есть какие-то варианты, как сняли квартиру, например, или даже, если денег нет, сняли комнату, пока живем. Нет, да? А что, сарайчик, крыша над головой есть, там тепло, я же все сделал. Так это же тещин сарайчик-то, все равно на тещином участке. Ну и что в тещином участке? Ей не надо было туда ходить, она и не ходила, а она не стала моя жена. Ладно, хорошо. Давайте, Тамара Антоновна, насколько я понимаю, вы не хотели бы разводиться с супругом. Тогда вы должны услышать, что ваша мама очень сильно участвует в вашей жизни. И если ваш супруг не в состоянии съехать, то вы берите быка за рога, запаковываете его и езжайте, живите отдельно. Так вы сохраните свою семью. Ваша честь, вы поймите одно, пожалуйста. Вот все, что он говорит, да, а я вот все равно его люблю, очень люблю. Но ведь я и маму свою тоже люблю, она же моя мама. Вы что думаете, я не разговаривала? Я обо всем разговаривала. Просто вот Мишка-то, он Мишка, он же вообще не понимает, что мы всем обязаны моей маме. Вот все. Вот мы в доме в нашем живем, он маме моей принадлежит. Да, Миша? У него же что же? У него же ничего не было, ни кола, ни двора. Он, как ты жил, Миш? Он знаете, чем занимался? Он же ездил по деревням. Он, значит, своей этой стамеской там подрабатывал. И все. Ну, в принципе, у нас так же случилось. У нас тогда забор-то повалился, и нам наладить надо было. Ну, так вот мы тогда с Мишей-то, с нашим и познакомились. Так ведь самое главное, ваша честь, мама-то его сначала очень хорошо приняла. Она же его приняла как родного человека. К нему хорошо отнеслась. Она же ему даже... Вот у него ничего не было. Вот сейчас посмотрите. Она же ему даже вещи отдала. Новые. Покойного папы моего. Ну, вещи-то нормальные, добротные. Ну да, может, не все новые. Но все равно же хорошо выглядит-то у нас теперь. Так самое главное, она и на свадьбу нашу согласилась. Да. Я не спорю, ее, конечно, вот возмущал, где-то напрягал этот факт, что у него из своего вообще вот имущества... Одна стамеска, но хорошая. Вот, хорошая стамеска, стамеска хорошая. Хорошая стамеска, это очень важно в семейной жизни. Так вот я и не даю развода ему. Ну, правда, у него там еще чемоданчик Тамара был. Тамара Антоновна, да? Вы сейчас этого человека со стамеской, с хорошей, потеряете, если вы не решите, с кем вам лучше жить, с мамой или с мужем. Вы видите, не получается. Не получается совместно. Значит, надо кому-то жить отдельно. И я считаю, что здесь вы, как отдельная семья, должны с мужем отъезжать от мамы. Конечно, теща постоянно же намешается. Ну... Она постоянно скандалит. Да вот на самом деле, ваша честь. Была бы вот не Тамара, а другая это на месте, она бы... Это ваша ошибка. Вы мужчина, вы должны были семью свою в отдельное жилье куда-то определить. Вообще-то должен был, да. Ну, вообще-то был дом. Дом. Пускай ее, но наш общий дом. И что теперь из-за дома? Да нет, он, не ты же себя как начал вести-то? Ну вот не общий. Ваша честь, он же, все же хорошо было, а он как домой зашел, знаете, как хозяин себя начал вести. Вот говорит, эту стенку нужно перебрать, вот тут нужно перекрыть. Кому-то понравится, правильно, маме, конечно, понравится, не понравилось. Мне, у мамы да характер, у него характер, а мне-то куда между вами вообще а разорваться? Скажи, пожалуйста. То есть вы производили неотделимые улучшения дома тещи, а теще это не понравилось? Так а теще ничего туда, не нравится, не абсолютно. Просят. Тем более тогда, когда речь касается меня. Скажите, пожалуйста, значит, вы, как я понимаю, все равно не желаете отделяться от мамы, да? Вы хотите жить с мамой. Даже ценой того, что вы сейчас теряете супруга, правильно? Ну, понимаете, ваша честь, я как бы и развода ему не собираюсь давать, да? Я вы хотите усидеть на двух стульях, я это поняла, не получится. Поэтому я и говорю вам, что все-таки из двух стульев вы предпочтете маму.
Правильно? А вы из двух стульев предпочтете все-таки не жить с тещей. И вам это дороже, чем потерять жену. Да. Все, господа, ну вы нашли друг друга. О чем мы говорим? Да нет, ваша честь, я же с мамой со своей тоже разговаривала. Вы не думаете, что я молчу? Я-то правда, я же ее просила не учить Мишку-то жизни. Так вот, она тогда сказала, говорит, зять меня не уважает, и значит, я ему и указываю его место. Вы бы видели, ваша честь, что тогда началось. Я же с ней поссорилась, Миша, поссорилась, поругалась с ней тогда. Мы вещи давай собирать, значит, ну, как будто бы уходим уже из дома, все, вы бы видели, что началось. Ее сердце прихватило, ей стало плохо, ну, куда я брошу да больного сердце, человека? Вот его не слушайте, и куда я маму больную брошу, чтобы она умерла? Просто теща поняла, что я, значит, ухожу орать не на кого, грубить не с кого. Господа, я удивляюсь, но вы взрослые, вы же понимаете, что это стандартная манипуляция. Одна из самых простейших. Вы хоть почитайте чего-нибудь там вот в интернете. Об этом же пишут. Ну как, она же в возрасте ну, она уже она манипулирует вами. Ну вот чуть что так за сердце. Ну вот она вами и манипулирует. Ваша честь, он сам виноват, что скажите он с мамой... Скажите мне, пожалуйста, уважаемый ответчик, у вас Самсонова Валентина Сергеевна заявлена в ходатайстве. Вы желаете выслушать ее? Конечно. Это потому... ваша мама. Давайте ее тогда ну, послушаем. Ну, тещи только здесь еще и не хватало. То есть дома сейчас, мало есть, сюда еще привели. А мы вообще передумает развестись. Приглашайте, пожалуйста, Самсонова. Вот сейчас послушай, ну, зачем ты сюда пригласила? Да потому что сейчас значит, мне такое расскажет, как бы в другом что ты вообще содержать. Заберешь этот иск и все, и будем жить да, дальше. Да, конечно, я пришел, чтобы получить развод. Да потому что как есть, так и говорю. Вы свидетель Самсонова? Да. Пройдемте. Здравствуйте, Валентина Сергеевна. И все было бы хорошо. Валентина Сергеевна, хорошо. Вы мама Тамары Антоновны, видите, да? Да, и вы, как я понимаю, проживаете совместно с этими супругами, проживали с ними, они так у вас и как пришли с самого начала, жили только с вами, правильно? Да, в моем доме. То есть вы всю эту жизнь знаете как на ладони. Скажите, пожалуйста, вы не сильно на эту жизнь повлияли? Как вы считаете? А что тут влиять? Я за сохранение семьи. Да. Да, конечно, я не такого хотела зятя. Я дочку свою очень люблю. Я ради нее все сделаю. Да, хотела, чтобы зять зарабатывал, обеспечивал. Но вот она его любит, и что люблю. Ж теперь? Нужно как-то семью сохранять. Вести, и все было можно и я решила, ваша честь, сейчас, мама, это же мама. Их отселить. Ай, мама. Я специально для доченьки купила дом. Но раз они не могут со мной жить, и что? Что же теперь? Ну пусть, значит, живут отдельно. Я на рынке торгую. К вечеру так намотаешься, ноги еле держат. Каждый день стоит. Думаю, непросто. А ребенок будет. Что, он его прокормит? Тоже все на мне. Ну что, Михаил, отзываешь? Ну, Михаил Иванович, я бы не знаю. Я бы целовала просто такую тещу. Да, конечно, тещу. Конечно, послушай, ты человека грамотного. Дом купила вам для того, чтобы вот живи не хочу. Ну, давайте, заканчивайте вы с этим иском. Живи не хочу, живи не хочу. Да, замечательные не хочу. У вас ничего жена, себе, теперь да, отдельные да. Жилищные условия. Ну, что вам еще нужно-то? А, есть другая ситуация. Мне не нужен их ни дом. Что они меня хотят, просто купить дом, что ли, еще? Нет, так дело не пойдет. Ему не Тамара, нужен, ты на него Тамара, посмотри. Я тебе скажу честно, я тебя разлюбил. Ваша честь, я прошу вызвать свидетеля Самсонову Зинаиду. Это сестра Тамары. Пускай она сама, Зинаида, объяснится, расскажет, почему наш брак с Тамарой хорошо. Не влияет никакого будущего. От него нет никакого смысла. Мы приглашаем свидетеля Самсонову Зинаиду Викторовну. Вот сейчас она расскажет. А вы Зинаида Самсонова? Да, я. Пройдемте. Нет, Зина. Здравствуйте, Зинаида Викторовна. Вы, как я понимаю, сестра ответчика. Да. Вы также проживаете вместе на одной жилплощади. Вы знаете, как складываются отношения в этой посмотрите семье. Меня, вы на стороне истца, как я понимаю. Значит, вы выступаете за то, чтобы этот брак был расторгнут, да? Я вам сейчас объясню, ваша честь. Я действительно Зинку, Тамарку знаю лучше всех. Мы с ней росли вместе. Я вам вот что скажу, что... Вместе, и ты не постыдилась даже, да? Тома, тебе не стыдно? Я домой, вам скажу так, домой, Тамара муша. Овца, и она мужика чё своего не ценит, нормально? А мужик у нее просто золото на самом деле. Она только вот мать слушает и свое счастье отстоять а не чё? Может. Нет, ну, ничего себе, она его не ценит, нет, она его без жилплощади послушайте, приняла к конечно. Себе в дом. Послушайте, дело в том, что вот Михаил это подарок судьбы на самом деле. Слушайте. Он не пьет, не гуляет. Томке уже 35 лет, она все за юбки у матери ничего держится. Другая на ее месте уже давно бы кулаком по столу дала. Ну ты и стерва.
сказала бы матери, чтобы она шла куда подальше, понимаете? Это разве уважаете? Я куда подальше? Послушайте, чтобы она... Можно. Ну, послушайте, но это же невозможно. Я считаю, вот, ваша честь, что Томка, такого мужика, как Михаил, она недостойна. Если учесть, это что у нас в деревне выбора вообще никакого нет, все пьют. Зинаида Викторовна, скажите, пожалуйста, а как отделиться, если жилплощадь, на которой вы все проживаете, принадлежит вашей маме? Другое дело, понимаете, мужика своего ценить нужно. Он, хоть и у него нет ничего с собой, понимаете, но он тем не менее работящий. Он тем не менее работящий и не пьющий. Так вот и работает. Это совсем другое дело, понимаете? Я вот просто насмотрелась на то, как она его унижает, а Тамарка слова сказать ему не может. Мне его просто жалко стало. Я решила, что я его забираю себе. Мы с ним уходим. Вдвоем будем жить. Я ему рожу детей. Томка ему родить не может, да она бесплодная. И, между прочим, когда выходила замуж, она этот факт скрыла. Зинаида Викторовна, во-первых, ну, вы в гинекологии вашей сестры тоже, наверное, не имеете права сейчас судить. Это все-таки медицинские вопросы. Да, скажите, пожалуйста, а вы и есть та женщина, которая Михаила Ивановича оценит по достоинству, правильно? Конечно. Как я понимаю, вы и являетесь причиной развода. Хорошо, Зина, у меня к тебе один вопрос-то, сестреночка моя любимая. Давай, давай. А как Олег-то? Олег-то куда? Куда Том, у нас Олег-то денется? Какой ты Олег? С дерева упала, Том. Мама, это я с дерева упала. Мишенька, а ты в курсе вообще, что у Зиночки-то у нашей уже несколько лет как мужчина есть, и любовь у них, и планируют они, значит, жизнь совместно. Я думаю, у тебя, может, галлюцинации какие? Зина любит меня, я люблю ее. Любит. Ты во что поверила, что тебя, кто тебя, кроме меня, может любить? Ваша честь. Ваша честь, даже не слушать, это уже просто шизофрения. Вы что, думали, я дурочка какая-то, что ли, которая все это терпеть будет? Ваша честь. Я прошу. Прошу очень меня. Вызвать сюда потеряла свидетеля. Что Олега. Происходит? Сейчас, мама. Какого Олега? Олега, который жених, между прочим, моей сестры Зинки. И вот сейчас пускай он все расскажет сам, да, Зина? И он сейчас сидит там, ждет, да. Я ему тут... Я когда только заподозрила, ваша честь, только Том, как Том, я только поняла, смотреть, что у них там что-то есть, я ему все сказала. И он приехал сюда, дорогие мои. И ты, Мишка, сейчас тоже узнаешь. Хорошо. Что его ображение просто Грещук, вот и все. Олег, давайте Леонидович мне развод лучше, дайте. Явился и приглашаем его в зал. Да, ой, змея, Зинка, как тебе не стыдно? Мам, а вы свидетель Грещуков? Пройдемте. Ой, мам, это мало, же мало, надо мало. Такой подлюкой мало. Быть. А вот посмотри, вот он. Посмотри, вон она какая. Ты посмотри на Зинку свою. Здравствуйте, Олег Леонидович. Здравствуйте. Кого из присутствующих вы знаете? Думаю, всех. Но что-то в вашем взгляде подсказывает, что вы чему-то удивлены. Удивлены. Зин, это он, что ли? Ты что, голову морочишь тут людям? Я понять не могу. Ваша честь, вы извините, конечно, но Зинка так-то уже много лет моя баба. Зин, мы с тобой вроде как жениться собрались. Да твоя. Моя. Просто дело в том, что, понимаете, я был женатый. Ну и долго не мог развестись. В итоге Зинка меня добила этим. Все, я развелся с женой, бывшей супруги оставил квартиру. То есть я сейчас живу у родственников. Получается, никому не нужный. Она мне говорила про какой-то дом в поселке у нее, там в Зеленце. Я думаю, ну, буду у нее дома жить. Сейчас ей давай жениться, свадьбу играть. Она мне постоянно динамит. Попозже, давай подождем. Чего ждать-то, я понять не могу. Что ждать? Подожди ты, помалкивай. А в итоге-то я что узнал? Он мне говорит, то, что она с муженьком с ее там в этом доме-то живет, так оказывается. Так ты подозрила? Зин! Видимо, права была. Зин! Ну, чё, мне я... сейчас-то что делать? Я у родственников живу, как бедолага. Ты уже определяйся, с ним ты или со мной, ну, ты уже как-нибудь... С тобой, да все нормально будет. Ну, завтра, послезавтра переедем. Все, дом на вот себя уже слышишь? Оформила. Какой дом ты на себя оформила? Да тот дом, мам! Какой тот? На который... Который я для Тамарочки покупала? Да я же тебе... Тварь ты такая, деньги дала, чтоб ты задаток внесла. Я и внесла. А я-то думала, что там все застопорило. За тебя удушить же ведь мало. Мамочка, пожалуйста. Мама, ты с ума сошла, что ли? Да прекрати. Мама, ты только не переживай, пожалуйста. У тебя же сердце, мама. Так, поясните, пожалуйста, о каком доме идет речь? Я сняла со своего счета 700 тысяч. Это огромные деньги. Я здоровье потеряла, их зарабатывала. И вот ее, дочь попросила. Говорю, подержи ты их в комнате, у тебя замок надежный.
не уворуют. А для чего вы их сняли-то? Чтобы дом купить, задаток внести. Дом, который мы должны... Для какой дом? Для, для кого? Для Тамарочки. Для Томочки. Для Тамарочки. Для нас же с Мишей, чтобы мы жили. Вот, вот этот вот дом. А я на эти деньги купила дом себе только. Мы с хозяйкой договорились и оформили сделку. Вот, пожалуйста. Дом – моя собственность. Хорошо, вы просто, значит, заключили сделку на свое имя, вопреки желаниям хозяйки, которая передала вам деньги на заключение сделки на имя ее или вашей сестры. С ума сойти. А у Тома все будет нормально. Ей же мать свой дом потом отпишет после того, как... Зина! Ты что, еще и смерти моей хочешь? Ой, мам, ты такая продуманная, и что ты, как... Ты думаешь, я вот после того, как ты с ним в постели, да, была, я тебя что, на помойке, что ли, нашел? Ты думаешь, я с тобой обратно лягу в постель, да? Ты вообще нормальная, Зин? Олеж, ты не кипишуй, пожалуйста, да? И успокойся. Сам хорош. Я сколько терпела? 3 года с твоей женой тебя делила. Ну и бедолага. Так что ты знаешь, что успокойся. Мне, между прочим, нагадить. Я тут 1 месяц сама только с Мишей пожила, и все. А, между прочим, для пользы дела. Он нам ремонт сделал. Ты не понял, что ли? Ой, дурачок. Зина, а мне куда деваться, по-твоему? Господи, боже мой. У меня денег нет, идти некуда. Я же вбухал все деньги на материал. Вот мам, как теперь без дома-то? Что у нас теперь будет? Зинаида Викторовна, простите, пожалуйста. Мужик или тряпка, в конце концов. У меня вопрос к Зинаиде Викторовне. Зинаида Викторовна, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вы когда соблазняли мужа сестры, вы имели намерение создать с ним семью? Вы его любили? Или нет. Вы сделали это только для того, чтобы у вас была бесплатная сила произвести в этом доме ремонт? Да, конечно, какая-то любовь. Нет, я его не любила. Миш, ну ты что, действительно думаешь, что ты мне нравился? Вы его не любили. Ну, на самом деле, я понимаю, что ты хорошо руками, у тебя хорошо руки работают, только ты их мало ими зарабатываешь. Вот Олег гораздо лучше тебя зарабатывает, на 7 тысяч больше. Мне выгоднее с ним жить, понимаешь? Зинаида Викторовна, а вы не могли бы суду пояснить свои поступки? Послушайте, какие поступки? У меня есть мужчина, которого я люблю. Ну как так? И с которым я хочу создать семью. Он развелся ради меня, я, соответственно, сделала все, чтобы у нас это был дом, где могли дочь. Бы мы жить счастливо и спокойно. А Тома, Тома, она в накладе не останется. Родила. Мать ей свой дом отпишет, это ее любимая дочка, понимаете? А то, что, что это муж сестры, вы о ее чувствах подумали? Да Тамара, она же овца, ее вести как нефиг делать, вы понимаете? Появился у нее муж стыдно, хороший, Зина. Надо было за него держаться, а не я мать что, не слушать. Держалась, что вот ушла бы с ним сразу, мать бы тебе сразу дом, мать бы тебе все равно дом купила, ты понимаешь? Была бы сейчас и при муже, и при доме. Так вот и хотела дом купить, и ты что сделала? А сейчас осталась одна, вон при матери никому не нужная. Ты же всегда была материной любимицей. Она все время говорила, Томочка, моя любимая жила, она одиночка так случайно вышла. Аборт хотела сделать, а вот не получилось, испугалась, и вот так вышла. Ты от мужа законного, а я так от молодца какого-то заезжего. Знаешь что, Том, у тебя все нормально будет, а мне за свою жизнь нужна. Зин, может, ты все-таки передумаешь? Куда слушай, передумаешь? Миш, ну зачем можно, тебе, Зина? Ты что, ты разве ничего не понимаешь? Ты еще не понял, что ли? Я вообще ничего сейчас не понимаю. Миш, куда в этой я? Жизни каждый борется сам за себя. Так, ты Михаил мне не нужен. Иванович. Вот иди к Томке, она добрая, она тебя Михаил просит. Иванович, вы отказываетесь от исковых требований или нет? Да, Ваша честь, я отказываюсь от исков. Я же говорила, что он меня любит. Миш, это хорошо, конечно, теперь я понимаю, да. Единственное, теперь уже мы с мамой тебя примем, но только при одном условии. Давай-ка уже так, будешь теперь жить по правилам мамы и моим правилам. Вот будет у тебя свой дом, там начнешь уже свои порядки устаканивать, устанавливать. А мы теперь уже заживем с тобой, как говорится. Единственное, ты мне давай прекращай сейчас с мамой моей препираться. Она все-таки больной человек. И веди себя подобающе. Поэтому, Мишка, сейчас поедем домой. Курочки зажарим, выпьем, посидим, поболтаем. Ну уж как-то, думаю, заживем. Да? Согласен, Мишенька, ты теперь по маминым-то правилам жить? Ну что ты опять... Суд удаляется для вынесения определения. Прошу всех встать. А ты, Олежка, еще бы лучше подумал бы, Я что, не думал, что ли? Прошу всех садиться. Оглашается определение. Производство по делу о расторжении брака прекратить. Суд прекращает производство по данному делу, потому что истец отказался от иска, и этот отказ не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц. Определение вам понятно. Судебное заседание объявляется закрытым. Прошу всех встать. Ну что, Мишенька, домой поедем теперь, да?